кайф. Просто ай. Люблю. Ну высунься, сычок. Ну высунься. Ну высунься. Он еще живой, а. Куда ты обойдешь? Что? Что? Сколько? Сколько можно попадать? Ты серьезно? Друг? Сколько можно? Я вообще офигею. Ты жив? Да, сейчас. Что это за... Вы видели? И опять этот выбор. Уровень сложности. Исследователь, легкий, обычный, тяжелый, максимальный. Я не хочу максимальный ставить. Давайте, да, на куда деваться? Поехали. От судьбы не уйдешь. Друзья, готовьтесь к тому, что сейчас... Короче, я увеличил битрейт до 12 мегабит. Исходное качество бесплатно, смотрите, пожалуйста. Изменил пресет с fastest на faster. То есть сейчас процессор так шестиядерный, нормально загружается, обрабатывает все. Вот, поэтому разворачивайте заранее стрим на полный экран. Графоний будет просто вытекать из монитора. Ребят, 12 мегабит. Шестиядерный процессор кодирует в прямом эфире. Специально для того, чтобы вы могли насладиться... Ага, вернуть в исходное положение, окей. Разворачивайте, разворачивайте на полный экран. Вот это вот R2. Да издевание. Максимальный уровень сложности не ощущается. Нажмите X, чтобы выиграть, нажмите O, чтобы вернуться. Считайте гуфы, пацаны. Реально, тут надо стрелять из джойстика. Я ненавижу эту хрень. Да блин. Это будет интересно. Так, монашка афроамериканка. Угу. Наставляет белого мальчика. Этого не избежать. Так, Л и вперед, да? А, и он подсвечивает, куда типа он. Я поговорю с ним утром. А! Натан! А! Крупные проблемы. Ой. Так, хорошо. Что вы хотите? Вы сами знаете. Блин, монашка суровая, капец. Сразу ваншотает за ухо. Давай, выдыхай. Нет! Нет, ну куда? Пройдемте, юноша. Блин. Ничего себе. Вот это прыжок. Руку дай. The Last of Us сразу вспоминается. Давай. Хватайся за руку. Да ты, кнопку мне покажи, какой хвататься. А, все той же. X, ребята. Если возникает вопрос, какую кнопку нажимать, нажимайте X всегда. Блин, так. Что вы от меня хотите? Он не может направо. Не сюда, говорят. А, наверх, типа. А почему они там нарисовали, как будто можно? Ну ладно, я понял уже все. И держатся сами, прыгают, там отталкиваются. Смотри, учись. Как поломать себе копчик? Попробуем. Давай. Так. Ладно, Нейт. Блин, давай. У меня задница не такая. Ты сможешь. Не такая. Черт, Нейт! Я не специально, честное слово. Я ожидал, что там будет скрипт. Там надо прыгать. Толкайте, чтобы рулить. Лети, лес. Толкайте, чтобы рулить. Если возможно дотянуться, можно прыгать. Оп! Мне кажется, я физически буду ощущать фейлы, которые вот при падениях, потому что они так себя не жалеют. Об железный угол сейчас с животом так приземляются. Нормально. Минус кожи на руках. Хорош.
Ола, амиго. Утречка? Или уже вечер? Тут ведь трудно понять. А можно я подожду по глазе часа? Давай навяз. Так, я лучше в камеру, короче. Слушай, а ты так часто будешь делать? Ты заботливый. Тебя реально не надоедает. А если я обойду и так по стелсу, типа по стелсу, по стелсу. Блин. Не, ребята, это может достаточно долгое время продолжаться, я полагаю. Этот ждет, спиной стоит. Так, а у вас вообще как дела, ребят? Ну, отличная дубинка. Да, ну, где мой свободный мир? Где возможность почувствовать себя в... Да бесите, можно хоть присесть. Ну... Все, я протестую. На! Ой, добрые какие люди. Блин, они тут выпили? Короче, а потом людей мочат. Мне бы такую работу, а? Нет, амиго, ничего. Назад. Что? Этот получит мне. Бен. Хорошо. Ты держись там. Всего хорошего тебе. Смотри. Ой, кошка, кошка, кошка! Извините, я вспомнил. О, опять жирные чайки полетели. Я в одну секунду, у меня жизнь промелькнула перед глазами. Я вспомнил все, в том числе, что и на R1 можно кинуть кошку. Это круто. Чтобы почитать... А! Стоит свериться с письмом. Не надо. 10.2. Крест и две черты. 12! 12! Гениально! Это шедевр! Это шедевр! Ух ты, что у нас тут? Это никогда. А почему ты не можешь здесь забраться? Знаешь почему? А потому что создатели не предусмотрели, что тебе туда нужно. Тебе туда не нужно. Ну, Басей. Тебе нужно как-то по-другому. Да, 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 Дрейк. И сразу серый экран. Что? Рили? Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? А что делать дальше-то? Дальше все по плану. Это часть плана! За мной! На работу ходит, спрыгивая с такой кровати. Очень шустро. Стоп, это комплимент? Я потрясен. Что, негр подкатывает? Не, наповал поражает твой запах. Не знаю, мне даже нравится. Мамку твою напоминает. Шутки про мамку и дотеров заходят. Я передам, что ты так сказал. Ворону! Классно. Тут двух человек из темы не хватает. А, вон один там. А пятого надо найти. Нет, тот не в каске. А, вот пятый. Вот пятый. Все нормально. Реально у них просто тема дотеров работает на барже. И шутки про мамку вполне объяснимы. Это менеджер просто. Опа. Лучше бы это делать. Так, приблизить, положить, вертеть. Слушайте. Вертим. Короче, вертим, ребят. Что-то не очень вертится. Ну, я верчу, как бы, как мне позволяет стик удлиненный. Вот еще. Жри пластик. Жри пластик, хорош. Снова в деле. Опа. Так, пока. Получен приз. Порох в пореховницах. Да, еще могу. Ух. Сейчас спущусь. Еще немножечко, мам. Поиграли и хватит. А-а-а.
Две зубные щетки. Нет, кто-то живет. А, мама, видимо, с ним живет. Да, действительно. Но мама, видимо, уже старенькая, раз... Слушайте, я не могу понять, кто со мной живет. Подождите, с кем я живу? Ребята, подождите, там... Да-да-да. Да, вот это выражение. Прекрасно. Такая боль. Ой, такая боль. Давайте пытаться понять реально, с кем я живу. С мамой, девушкой или все-таки с женой, или, может, у меня дочь есть. Ты не принесешь еду? Я почти закончила. Да, конечно. Понятно, спасибо. Короче, почему у нас полотенца в ванной валяются на полу. Каблук. Да, ребят, я... Пиво бери пиво! Вот оно. Да, ешь, еду принес. Вот ее-то родимую, я и буду кушать. Как в анекдоте старом. А потом скандал устроим. Давай, это симулятор. Сейчас я как будто в Sims играю. Так, сейчас напьемся. Давай, не сдерживай себя. Первая бутылка вообще легко должна пройти. Давай. Ну, заказ был на такой махровый глянец про туризм в Бангкоке, но вряд ли редакции понравится взятый мною ракурс, потому что я получила просто тонну комментариев про то, какой там сейчас чудовищный смог. Слушайте, я прекрасно просто. Это гениально. Я ее перестал слушать вот за секунду до того, как пошел этот эффект. Мне реально включился после слова. Знаете, есть такие слова у женщин, после которых у тебя в мозгу сразу включается фильтр. Это там туфли, она сказала глянец. Просто сразу вжух, и ты перестаешь ее слушать. Там магазины, шопинг, вот все. И ты выключаешься просто. И это гениально просто. Он прям в этот же момент ушел в астрал. Начал фильтровать весь этот мусор. Прекрасно, Дрейк, прекрасно. Они перехватывают еще. Очень интересно, очень. И, в общем, у меня получилась такая... Кайф. Давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот, кто проиграет. Ты хочешь со мной сыграть? Да, ну да, давай в эту твою игрушку на приставку. Скорее я побью твой рекорд. Ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке? Ну да, что, испугалась? Да ты даже название не знаешь. А мне и не надо это знать. Мне это не надо знать. Я знаю, что там делать. Там надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще-то прирожденный талант. Изи вообще. Что, трусливая цыпочка, испугалась? Ну все, ладно, ковбой. Не, Женя себе такого не позволяет. Ладно, смотри и учись. Я внимание. Петушок. Что-то не так? Нет, просто... Как тут вообще... Как начать-то? Нажми кнопку старт. Я сам знал. Ну вот. Я знал. Блин. Короче, тебе нужно бежать на камеру. Бежать на камеру. Понял. Круг — это атака вращения. Вращение. Ты не туда летишь. Да нормально все, я яблоки собираю, дура. Знаю, просто люблю все. Убегай от валуна. Почему он за мной катится? Просто беги от него. Я ему ничего не сделал. Изявая. Любой муж может жену выиграть в любую игру. Ничего, не просто по... Это кто? По половому признаку. Это наша имба, мужики. Так, хватай фрукт. Что делает фрукт? Сотни фруктов дает одну жизнь. Давай. Блин, ребят, я вообще в игре весь. Лисы, фрукты не едят. Три 500! Чего? И все, что ли? Ты сам нарвался. Это издевательство. Я же почти дошел. Блин, ну, а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора Серьезно? Помыть.
Ты меня еще подначивать будешь? Там есть режим, называется легкий. Может, включишь? На нем, правда, очень легко. Ты сейчас легко. У меня договоришься. Что ты сделаешь? Так, все, короче. Предупреждаю. Все, молчать, я собрался. Покажи. Я тебе сказал. Я собрался. О-о-о-о-о. О-хо-хо. Извините. Неожиданный поворот. Эй, ты счастлив? Очень. Ну, конечно. Чего-то не хватает. А ты? Да. Ты знаешь, где у них тут рубильник? Так без палева. Схема здания. Электричество. Ага, вот. Профессиональная подготовка. Господи. Ой. Не, ну хорошо, что у них, по крайней мере, карта на формате А4. Если бы они в Атман там разложили схему здания внизу где-нибудь там перед экспонатами, было бы совсем печально. Но вообще нормальные люди, идя на дело, это держит в памяти и схему в голове, и как электричество бахать, и... Дилетант! Надо залезть туда, вырубить свет и стащить крест. Здравствуйте. Воу-воу-воу-воу. Видели как? Извините. Оп. Мансуем. Сегодня мы с тобой мансуем. Красавчик. Изящен, как лев, как кот. А, надо наводить на попец. Изи. Спасибо, пацаны. Вы все там опытные карманники. Получили пропуск. И он еще сомневался. Меня радует, как главный герой подпрыгивает. Смотрите, я нажимаю X, он прыгает сантиметров на 15 воздух. Такой вообще, ой. Зато как тарзанить может, то есть как вот перескакивает, как прыгает наверх. А тут вот так вот, эй, как старичок. О том, что стример не приходит на стрим, хотя есть анонс. Скрытная атака! Нифига себе, как я умею! Ну а пушку что не взял-то? Я невидимый! Просто нет меня! Кнопку нажать? Нет! Мне от тебя кое-что нужно. Опа. И ты мне это дашь. Опа. Правда? Что ж, я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. О! Фига! Давай-ка без этих шуточек. Такие вы не очень, капец. Нет, ниже. Ниже. Нет, ну ты же должен был... Ай, дебилушка, что ж ты делаешь-то? Не, ну еще разок, ну. Эй, можно... Извините, запнулся за уголочек. Главное деньги. Подло. Бывает. А можно так? Пойду отолью, пока ты обучаешь нашего новобранца. Извините. Показалось, пацаны, показалось. Ладно, идем. Оп! Оп! Так! Окей. Так, собираем патроны как раз. Я специально хотел свалиться, чтобы вернуться, нормально патроны пособирать. Ой! Блин, так хочется взорвать, конечно, эту хрень. Не сдерживай себя, Михаил. Пошел настоящий стелс. Эй! Нет! 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 Да как эти гранаты прилипают к стенам? Вы офигели! Ладно,
Без паники! Без паники! Кайф. Я сильно паникую. А можно, можно я осмотрюсь? Жми на газ, вытаскивай! А откуда вы знаете, что трос порвется? Давайте без драматизма. Если не двигаться, то все будет нормально. Продумали, гады, а? О, свежие яблоки по 1,5 Лучшие на всем рынке. Так. О, большое спасибо, сэр. Кушайте на здоровье. И друзьям скажите. Естественно, яблок захотелось. En fait, j'allais dire en vrai qu'on a un côté aussi. Est-ce que ça t'a permis d'apprécier quelque chose simplement pour la beauté de son existence? Он живет и смотрит на нее, как на врага народа. Это рукой провели. Ну, кушай, кушай. Ну, что ты мне подсунула, а, женщина? Что это за хрень? Что это за хрень? Скажи мне. И так они стояли еще полчаса. Она пыталась его рассеять, как наваждение. Но Дрейк просто сверлил ее взглядом. Блин, как он делает? Надо еще их сжать. Я не был готов. Я думал кино посмотреть, а мне еще кнопки вставляют. Жаль. Класс. Все, я уже все отфоткал. Ладно, давай вот так вот. Вот брат удивится. Я ему отправил всякой фигни просто. Вот так вот. Вот так вот. Как сказал бы Невский. Кайф. Ай да я. Какая грязь. Вот это очень классно. Кто так паркуется? Держи руль. Ты в своем уме. Сначала прыгнуть, а потом кошку. Вжух и готово. О! Чего он отпустил эту веревку? Что это было? Что примечательно, ваза полностью заварена внутри. То есть она как бы, как вы видите, по горлышку. В нее ничего не налить. Это ваза фейк. Но, может быть, это ваза типа с двойным дном. И вот в центре хранится что-то действительно ценное. Но, скорее всего, это просто косяк 3D-моделлера, который сделал никому не нужное сокровище. И в надежде, что никто не будет на нее смотреть. Хрена с два. Тут сидят одни профессионалы, эксперты дотошные, которые заглянут в любую чушь. Все нормально, получилось. Классно. В грязи поваляться, это прекрасно. Не сорваться, не сорваться! Второй рукой держись на бас, чтобы не сорваться. Удержался. Класс. Все, спускайся. Брат, у тебя такой же? Однорукий бандит. Брат. Брат, не тупи. Брат. Эй, брат. Тоже на однорукий. Это семейные. Нормально все будет. Да тут 3 метра, господи! Ну ладно, 5. Да. Просто. Опа! Опять! Реванш! Она уже разок! Да, блин! Вот что за унижение? Я не согласен. Я не для того игру покупал. Я не покупал игру. Я не для того игру покупал, чтобы меня какая-то афроамериканка в ней унижала. Что за дела уже второй раз? В прошлый раз. Мое чувство собственного достоинства сильно пострадало. Нереально вот эта вот барышня
начистила репу. И сейчас повторяется. Что это такое? Если бы вышла бы игра, где вы в главный герой играете за женщину, и вас периодически лупил какой-то мужик, она бы не вышла просто, потому что феминистки сказали бы, что такое это? Это нарушение наших прав. Вот, а тут нормально. Я не понимаю, что за двойные стандарты. Охренело. Я отказываюсь в это играть просто. Давай поговорим. Ладно. Вот теперь я доволен. Мочи ее. Эй. Куда еще? Ну, ясно. Надеюсь, все спокойно. О, что такое? Блин. Ладно. Ладно. Брат, держись. Брат, я иду. Держись. Я иду. Я уже говорил. Отталкивается. На-на! Она сейчас жива будет, что ли, после этого? Там женушка, смотрите, поушатывает просто. Давай, родная, ты бессмертна. Она реально ушатала его просто. Слушайте. Кажется, я нашел свое место. Здесь меня не могут обойти. И жена всех ушатывает. Давай, давай, родная. Держись, держись. Я с тобой морально, вообще. Ладно, помоги мне. Помог, давай дальше сама. Сама. Ой, знаток игровой механики, Михаил. Добрый вечер, друзья. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блин. Ты живой, Нейт? Да. Ну, садись. Правильно, вот это правильно. Ты поведешь. Да ну, ты же сама неплохо водишь. После всего, что было, мне надо передохнуть. Ну что, заслуженно. Без комментариев. Все под контролем. Так, туда не надо падать. Мы уже близко. У тебя случайно нет во что переодеться? Есть. Супер. На самолете. Не супер. Дамба, мы можем проехать через шлюз. А, перерыв. Блин, ну что за дебильные диалоги-то вообще? У тебя есть во что переодеться? Отличный юмор. Как бы все в грязи, да, надо такую уж... Да. Супер. В самолете. Не супер. Дебилы. Ну-ка, помоги мне. А вот я сейчас посмотрю на то, как ты там. Ну, пробуй сама пока что. Нет. Ладно. Поехали. Давай. Так. Я буду подхалтуривать, не постоянно буду жать боли. Даже если ты хочешь защитить меня, у тебя... Я не жму ничего. Права не брать. Получилось! Давай! Вижу, Лебедочка. Водопад! Обязательно взрыв в конце от машины, которая падает в воду. Дерево ломается! О, нет! Нет! Нет, я не туда повернул! Нет! Сейчас упаду! Ну, ГГшечка, короче. Последняя попытка. Ну, давай руку. Сломалась. Я мог долго вести, я чувствую. А что здесь ты не допрыгиваешь? Не предусмотрено игрой тоже? А, теперь, типа, надо уже брать его так. Нет! Не так,
боже! Ну, кто так делает? Ну, кто так? Это же... Ребят, ну вот, вы взрослые люди, да? Значит, у вас такая конструкция стоит, да? Явно тяжелая. Нафига брать у самого основания и поднимать это все наверх, если можно взять с левого верхнего угла и просто ее бам и на пол? Ну или если уж хочется снизу ее поднимать как-то, возьмите с левого угла. Геометрию вспоминаем, жух и все. Нет, они берут. Вы еще там вдвоем возьмитесь и... Вот от нее... Они такие же, как их диалоги. Просто так. Вот раз и все. Величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Невероятно. Что за диалоги? Я извини. Прости. Что? Ничего. Блин. Ты слишком старый. Да я понимаю, я уже говорил, что я не подхожу по целевой аудитории этой игры. Хотя по уровню игры искатель приключений, да, исследователь. Прям в точку. Прям в точку. Сейчас будет перестрелка. Валяются пушки, много укрытий. Ну, и где все наемники? Вот я именно. Чувствую подвох. Что-то они нам долго не попадаются. О, черт! Понятно. Да, есть там что? Опять жена нашла? Вроде да. Что за нас разгадали? Как ты это сделала? Где Либерталия, кровавый отпечаток пальца. Ну, я и... Нажал. Неплохо. Неплохо. Ну вот. Поищем другой путь. Ну, еще немножко. Черт. Давай. Черт. Эй, зажигалка Сэма все еще у тебя? Да, отличная мысль. Ну, поехали. Вы тоже смотрите на ее попу, так, когда она поднимается наверх? Я просто не знаю, может быть, это у меня болезнь какая-то. Спасибо. А на его не смотрите, да? Та же тема. Гриш не целевая. Да нет, я уже понял по тому, что пару раз фразы повторил, что я сам еще что не на целевой аудитории, только вредная целевая аудитория. То есть по умственному развитию попадаю в целевую аудиторию. А потому что, типа, игр много разных играл, я с чем сравнивать, не попадаю. Это все. То есть я тупой, но опытный. Сквозь. Ой, я могу управлять. А, это как мини-игра. Прекрасно, это прекрасно. Ну. Помните, я жене в самом начале проиграл. Я за тобой. Кардос. Шевелись, быстрее. Только не хватало бы луна, которая за мной катится. Обнимашки! Хорошо прикрыл сразу. Молодец. Это грамотно. Не растерялся. Спасибо, капитан Эвери. Хватит. А куда она тарелку засунула? Да что? Посмотри. Я не понял. Ребят. Есть три пушки. У каждого было по пушке. Начнем с простого. Она взяла пушку Дрейка и положила в кобуру справа. Но кобура сейчас пуста, если вы обратите внимание. Она пуста.
себе в кобуру. Да я помню про кобуру. Посмотрите сейчас, у нее кобура. На левой ноге пустая. Где третья пушка? Ну смотрю. Может, у нее две кобуры? Может, у нее две кобуры? И что? Я мало что понимаю в истории. Пока ее не видно. Но даже мне ясно, кто это. Просвети нас. Это Эвери и Тью. Дай бог, чтобы у тебя была вторая кобура. Они убили друг друга. Ну, убили. Что теперь? Все, кто одержим сокровищем, получают свое. Я не понимаю, о чем они говорят? Это вообще вся вот эта вот лабуда. Ну, то есть, да, убили друг друга, бла-бла-бла. Кобура у них. Всех интересует один вопрос. Где пистолет? Есть ли у него вторая кобура? Что, бросишь нас тут погибать? Я ухожу. Да повернись ты по-другому. А что с вами будет, мне плевать. Надин. Надин, стой, Наденька, прощай. Наденька. Ё-моё, ай, трагедия, мы не узнаем никогда правду. Надя, какие пираты, какое золото. Что? Тихо! Голову береги! Что? Как вы думаете, что будет с порохом через 200 лет? Ладно, допустим, там стояла заряженная пушка. Допустим, с ядром. Допустим. Допустим, с фитилем все хорошо. Он не отсырел, он поджигается, все хорошо. Но порох-то вообще... Хотел тогда сказать, что тогда бы из взрыва пороховых бочек должны были быть. Понятно. А пушки там заряженные, пушки стреляют. Просто пушки заряжены, корабли. Ну, видимо, кто-то зарядил на корабль. А, мне надо играть. А, извините, не понял. Или можем в игру сыграть? Серьезно? Да, я тренировался. Я уже круг, уже скорость реакции прокачалась. Ну я же не могу. Правда? Я не могу так с тобой поступить. Боишься продать? Я ни капельки не боюсь. По 10-бальной шкале. Как сильно ты боишься? Ну, на троечку. А, по-моему, там все 11. Что? Потому что я тебя сняла. Да? Да. Это... Ладно. Все, напросился. А, нет! О нет. ГГ, пацаны. ГГ. В общем, впечатление все-таки игра оставила хорошие. Красивая история, интересное кино, интерактивное, с взрывами, погонями, острыми моментами, прекрасной музыкой, хорошими звуковыми эффектами. Так себе геймплеем, как по мне. Вот эти вот прыжки, все вот это вот туда-сюда. Боевая модель тоже не такая интересная, как в том же самом The Last of Us. И к ночи упомянутым. Диалоги так себе, вот, но все равно... Красиво, черт возьми, сумели срежиссировать, создать тот самый саспенс, о котором говорили в самом начале, и заставить конец старого бобра улыбнуться. Это дорого стоит. Благодарю вас за внимание под эту эпичную музыку. Прощаюсь. До новых встреч, друзья. Всего самого доброго. И пусть в вашей жизни будет побольше приключений.